Олимпиада – это не просто интеллектуальное соревнование самых знающих и одаренных. Это новые возможности для учащихся. И этими возможностями важно и нужно пользоваться, что и делают участники регионального этапа Всероссийской Олимпиады по биологии. В настоящее время особое значение придается биологии, которая по праву считается наукой о жизни во всех ее проявлениях. Значение современной биологии невозможно переоценить. Многочисленные биологические открытия, а в их числе такие, как генетический код, перенос генов и биосинтез белков и стволовых клеток, могут изменить и меняют к лучшему медицину, сельское хозяйство и промышленность. Именно поэтому этот интереснейший школьный предмет так популярен у славянских учащихся. Биология, она не только интересная, но и очень значимая в наше время. То есть население планеты постоянно растет, а ресурсов больше не становится. И чем более эффективно мы их используем, тем лучше будет нам. И биология очень помогает в этом. И Олимпиада, она открывает такие области, такие зоны, о которых я раньше, о существовании которых я даже подозревать не мог. И позволяет вот так проверить знания свои. Увлеченные биологией ребята, готовясь к очередному этапу Олимпиады, узнают много нового. Для них это увлечение очень часто открывает двери к будущей профессии. Во-первых, Олимпиада действительно дает возможность узнать больше, потому что вот ты видишь задание, и, например, ты не знаешь, как его решать. Потом уже ты смотришь, когда уже приходишь домой, можешь посмотреть ответ на этот вопрос и, соответственно, узнать больше. А во-вторых, Олимпиада дает баллы при поступлении, и, соответственно, это тоже может быть весьма полезно. Очень велика, конечно, роль учителя и в процессе познания, и в подготовке к участию в Олимпиаде. Педагоги рады, когда ему удается по-настоящему увлечь своим предметом учащихся. И чаще всего, кто идет в медицину, они любят эту профессию и понимают, что нужно себя отдавать полностью этой профессии. Но чтобы поступить в медицинский вуз, нужно очень хорошо знать биологию, потому что нужно в 9 классе сдать ОГЭ, в 11 классе сдать ЕГЭ. Ну и участие в олимпиадах, это же дает дополнительные баллы. Если ребенок становится призером региональной олимпиады, ему при поступлении добавляют там от 3 до 5 баллов. А это очень важно, когда там идет на десятой доли, кто поступит на бюджет. Поэтому ребята, конечно, очень серьезно готовятся к региональной олимпиаде. 5 юных славянцев приняли участие в региональном этапе. Для них в пункте проведения олимпиады в первом лицее были созданы все условия. Лучшие из лучших, они определятся на региональном уровне, будут защищать честь Краснодарского края на заключительном российском этапе олимпиады. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».